Татьянин день шумно отметили в Театре юного зрителя. Там прошел областной конкурс, посвященный Дню студента. В этом году наш регион его проводит 25-й раз. В конкурсе 6 Татьян состязаются в умении держаться на сцене, составлять праздничный букет и создавать свой костюм из нестандартных материалов. Перед началом концертной части представители ведущих нижегородских вузов развернули в фойе театральные действия. Его участникам предложили стать главе региона Глебу Никитину. Он пришел на Татьянин день, чтобы поздравить студентов с праздником. Никитин вручил подарки конкурсанткам и заметил, что для него этот день особый, так как его маму зовут Татьяна. Когда ты находишься в студенческом коллективе, когда ты ходишь на лекции, сдаешь экзамены, конечно, у тебя возникает ощущение, что море по колено, горы по плечо, что ты все можешь. Кажется, что любые задачи абсолютно ты можешь решать. Ну и мне кажется, что на самом деле это ощущение абсолютно справедливо. Главное верить в себя, и тогда действительно любую задачу абсолютно ты в своей жизни сможешь решить. Сегодня президент, когда также поздравлял всех студентов, сказал: будьте смелыми, дерзкими, устремленными в будущее. Вот я хочу вам всем пожелать быть смелыми, быть уверенными в себе и ставить перед собой только самые-самые амбициозные цели.